97% ямальских пациентов с тяжелой формой коронавируса не вакцинировались. Такие данные сегодня публикует пресс-служба губернатора со ссылкой на проведенный в регионе анализ сведений. По информации источника, количество пациентов с тяжелой формой заболевания в два раза увеличилось. В том числе регистрируется рост числа инфицированных в возрасте моложе 30 лет, которые переносят коронавирус в тяжелой форме.